результате всех этих затрат мне там выдали сертификат международного образца. Сверху профиль чьего-то лица. И написано в рамке витой: я колдун, экстрасенсор крутой. Я могу разгонять облака, только что-то лениво пока. Смирить с полтергейстом могу, только он до сих пор не гугу. Я в лицо теперь знаю врага, запах серый, копыта, рога. Козел! Различаю теперь его слуг. Оказалось, их много вокруг. Они сглазить пытались меня. Глюк в окна пускали 3 дня. Но достичь ничего не могли. Я недаром потратил рубли. Пусть приходит, да хоть бурдулак. Он поймет, что не надо бы так. Верю я в свой серебряный нож, хотя он на кухне.